офицер! Мы бросили его, капрал! Ему было не помочь, капитан! Я отдал прямой приказ! Я пилот, и моя задача доставить нас всех живыми! Мы взлетаем по моему приказу! Зря мы туда вообще сунулись. Не тебе решать! Главная задача — это Амар сказал, а не я. Я отвечаю за своих солд, и ты тоже. Капитан, он знал, на что шел. Он мог бы выжить. Две секунды, солд. Ему не хватило двух секунд. Через две секунды мы бы уже не взлетели. А если бы там был я? Что ты имеешь в виду? Меня бы ты бросила? Не знаю. Нет, знаешь. Сомнение — дыра в голове, Рейс. Мы оба это знаем. Выбора не было. Выбор есть всегда. Не всегда. С каких пор? С твоей новой должности. Главный ворон. Крок, передавай. У нас экстренное сообщение, капитан. Когда вас ждать? Уже на подходе. Вы нужны на мостике, сэр. Принято. На борту гражданские. Понял. Готовим к выгрузке. Отбой. Этот день никак не кончится. Может, хватит уже? Лучше вспомним, кто здесь враг. Впредь поступай, как считаешь нужным. Мне жаль Амара, Рейс. И мне, Солт. Лейтенант Золдер. Мы справимся, сэр. Встретимся на мостике, как закончите. Есть, сэр. Капитан, сюда, пожалуйста. Докладывайте. В чем дело, Итан? Сигнал бедствия от Ферра. Передаю на ваш экран. Есть у нас связь с Ферром. Солнечные вспышки блокируют сигнал. Круг вычисляет их местоположение. Какие-то проблемы на задании, сэр? Мы спасли гражданских, Итан. Возникли проблемы. Какого рода проблемы? Штаб-сержант Амар погиб, Итан. Печальная новость, сэр. Крок, капитан со мной, мы на подходе. Заблокировать мостик. Есть, сэр. Я вычислил, где находится Тигр. Готовьтесь к прыжку. Начинаем по готовности. Есть, сэр. Лейтенант Солтер, готовьте шакалы. Воронов бросим на поиски выживших. Рейс, я боюсь, просто что... делай, Солт. Есть, сэр. Капитан, вам пришло важное сообщение от адмирала. Загляните в кабинет. Сейчас у руля лейтенант Солтер. Капитан Ник Рейс. Через 3, 2, 1. Мы считаем, Рая должен был взорвать себя вместе с Атис. Имплантированный транспондер был бы уничтожен. Остановка передачи стала бы сигналом для вражеского флота. Стратрум полагает, после этого было бы вторжение. Нам нужно действовать, капитан. Займись этим. Конец связи. Корабль на месте. Отправляй спасательную команду. Там никого нет, Рейс. Крок, свяжись с полетной, я полечу один. Я лечу с вами, сэр. Капитан, ни маяков, ни признаков жизни. Мы потеряли их. Сигнальный буй. Мы близко. Да, вижу. Включайте. Есть. Говорит адмирал Сален Коч с Олимпа. Тигр, корабль ЮНСА, уничтожен.
Врагам фронта пощады не будет. Я обращаюсь к возмездию. Мы продолжим борьбу с вами изнутри и снаружи вашего гибнущего мира. Ваши города сдадутся, обескровленные и слабые. Мы придем к победе. Марс вечен. На Весте была ловушка. Они знали, тигр или возмездие ответят. Это была западня. Капрал Брукс прав, капитан. Брукс теперь не капрал. Теперь ты сержант. Командир десантников на корабле. Так точно, сэр. Нужно срочно связаться с Рейнзом. Нет. Сержант Амар сказал решать мне, без вариантов. Это тот самый случай. Работаем. Итан, записывай. Есть. Стратком дает задание. Мы рискуем. На сей раз погиб тигр. Следующие мы. При всем уважении, адмирал не под огнем. Время поднять черный флаг и пойти на абордаж. Отлично, капитан. СДФ охраняет ключевые цели. Вот здесь. Пора взять реванш. Устроить собственную засаду у нас дома. На земле? Мы заманим Олимп в Женеву и уничтожим. Прекрасный план. Могу я узнать как, капитан? У нас есть транспондер СДФ. Он был имплантирован оперативнику, захватившему Атис в Женеве. Передача прекращается при смерти оперативника. Задание для смертника. То есть потеря сигнала означала бы, что мы остались безоружными. А это значит, путь свободен. И началось бы вторжение. Предположение. Мне окажемся безоружны, сэр. Пусть СДФ так думает. Нападем внезапно. Атис атакует их флот. Клин клином. Накроем стол, они придут на пир. А возмездие? Уберем его из уравнения. С него хватит. Солнечный вихрь за пределами атмосферы. Время отклика будет огромное. Поддержку не обеспечить. Прыжок в атмосферу может стоить нам жизни. Взрывная волна сама по себе разрушительна. Надеюсь, обойдется. Итан, добавь на карту объекты. Подготовь доклад и отправь в стратком. Есть, сэр. Это может переломить ход войны. На то и расчет, Брукс. Готовь десант. Ударную группу. Есть, сэр. Мак, проверь все системы. Капитан. Мне нужен этот корабль, Рейс. Тогда отправляемся. Командуйте, Кэп. Отправляемся по приказу. На карту добавлена отметка новой операции на Земле. Это наш последний шанс очистить карту, сэр. Если нет, возвращаемся домой. Решайте. Олимп атаковал не только Весту-3, но и другие шахтерские колонии. Огромные запасы ценных металлов оказались выброшены на околосолнечную орбиту. Эти ресурсы принадлежат ЮНСА. СДФ отправил туда своих трофейщиков под прикрытием шустряков. Надо с ними разобраться. Проблема в том, что солнце слишком близко. Наши шакалы продержатся на такой жаре считанные минуты, так что действовать придется в темпе. В этой битве у нас два противника. СДФ и Солнце. Иными словами, ничего особенного. Сэр, возмездие будет держаться позади, чтобы избежать критического нагрева. Будьте осторожны, вас мигом засечет СДФ. Понял. Сколько у нас времени? Считанные минуты, сэр. Мы допустим таймер, когда прибудете на место. Это за...